Руслан, поздравляем с Тарисской победой сегодня. Спасибо большое. Также хочу, пользуясь случаем, поздравить всех болельщиков, свою команду, тренерский штаб, руководство, всех причастных к этому успеху. Это исторический момент. У нас есть шанс писать историю. Мы пользуемся ею. Да, с Всевышним будем продолжать. Там же будет. Ну, выход из группы уже была история. Вы прошли уже четвертьфинал. Ну, как говорится, человек такое существо. Аппетит приходит во время еды. Понимаете? И, да. Когда ты выходишь из группы, у тебя появляется желание выйти еще дальше. Мы все люди, все, в принципе. Футбол сейчас очень сильно поменялся. По турнирах где-то мы были андердогами, может, многие в нас не верили. Не верили в наш выход из группы, но мы сделали это, двигаемся от игры к игре. Еще раз всех хочу поздравить. Кроме желания, что еще помогло? Президент может сам... Конечно, это очень важный момент в игре с Ливаном был, когда тебя приглашает на встречу лидер нации, первый человек страны. Это очень важно. Мы понимаем то, что у него не так много времени, но он уделил нам целый час своего времени. Это, я думаю, это послужило очень хорошим хаучком в игре с Ливаном. Все ребята были мотивированы, что за нами наблюдают, за нами следят, лидер нации. Очень приятно. Готовили серии пенальти? Если честно, не, перед игрой готовились, вчера пробили там по одному удару, так скажем. Если честно, вчера ничего не получилось отбить, все ребята били вообще там по девяткам. Я еще посмеялся, говорю, я посмотрю, как вы будете бить в игре, но слава богу, все ребята свои финальти исполнили вообще. На ура. Мурашки так... били? Да нет, ну как, это понимаете, такое... Психологический вопрос. Ну да, я только как раз одну серию пенальти, сколько мы участвовали, так скажем, были серии пенальти в карьере. Единственное, я проиграл на Мангане как раз, да. Когда мы с Угандой играли. Это единственный раз был. Даст Бог, будем продолжать в том же духе, если будет серия пенальти, продолжим, так скажем. Иордания или Ирак? Да, будем стараться отталкиваться от своей игры. Конечно же, ну тут нельзя сравнивать их. Иордания очень квалифицированная сборная. Мы с ними играли не так давно в Душанбе. Очень хорошая сборная. Ирак вообще очень тоже хорошая сборная. Поэтому я считаю, то, что две равноценные команды, как и с той будет очень тяжело. Сейчас все научились играть в футбол. За счет желания, самоотдачи можно достичь очень хорошего. Послезавтра играет Узбекистан. Конечно, следим. Пользуясь случаем, хочется пожелать удачи. Узбекистан – братский народ, соседи. Приятно. Мы видели то, что на игру с Ливаном болельщики с Узбекистана пришли. Это очень приятно. Не описать словами, так скажем. Это очень приятно, что соседи поддерживают, переживают. Также спасибо братьям из Кыргызстана, из Казахстана. Мы, можно сказать, один народ. Да. И должны поддерживать друг друга в футболе, в других начинаниях. Спасибо. Удачи. Вам тоже удачи. Спасибо. 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 Өзбектен болды. Табриклейміз. Рахмет. Ойын жүрем қиын болды. Айнақса жүрем аламли болады. Ақырды пенальтилер себеп тұспаған еледі. Чүнкі ойын дамы деген үстілік еріштейлер. Ну, сами видите, что мы забили первый гол. Были очень счастливы в концовке, они забили гол. Игру чуть-чуть перевернули. Ну, хорошо, что наш тренер нас успокоил. Ну, серия пенальти – это лотерея. Слава Богу, не видим. А следующий соперник может Иордания или Ирак. С кем лучше играть? У нас без разницы, мы уже сделали историю. Нам, мы не боимся никого. Уважаем, но не боимся. После завтра играть в Узбекистан. С Таиландом. Да, желаем Узбекистану тоже удачи. Как Акмал Холматов сказал, если Таджикистан, Узбекистан выйдет в финале, это будет очень здорово. И мы тоже болеем за них.
Ахмат. Зоир Жорабаев тайн тромасы бомбиды. Абра келеміз, нефтшим ойыншыларынан. Мару чекар Зоир табрик келеміз қалабыда бұлан. Жүнем қиым болды ойын. Можно на русском? Да. Вопрос в чем? Да, очень трудная игра была сегодня. Да, очень тяжело. Да, мы хотели в основное время решить все, но не получилось. Один штрафной неудачный и пропустили. Но мы не сдались, очень хорошо провели дополнительное время и на пенальти, хвала Аллаху, мы выиграли. Но мы могли бы еще забить после первого. Да, конечно, у нас много моментов было там. Две-три момента, один на один выходил наш игрок, но не судьба, ничего страшного, мы дальше играли, убились до конца. Ну, вы уже историю, вышли четвертьфинал, вышли, кроме желания, что помогло сегодня? Да, вы правильно заметили, это очень большая история для таджикского футбола. Я не знаю, когда в следующий раз так будет, что помогло. Я думаю, вера, потому что когда мы приехали в Катар, у нас было желание, мы друг другу говорили, что мы хотим остаться здесь до последних дней. Да. Поэтому это не просто так. У нас была одна цель, и мы к ней шли. Хвала Аллаху, слава Аллаху, что все получилось. И мы очень рады, что получилось. Мы здесь как семья и друг за друга бьемся. Мы вот перед играми выходим и говорим, сегодня наш финал. Нужно биться друг за друга и поддерживать друг друга. Все. Каждая игра у нас финал, поэтому до конца надо подсечь. Имам Али Рахмонов пришел сам поддержать. Вот встреча с ними и самая лучшая защита, да, это нападение сказал. Да. Это придало очень много мотивации, потому что он лидер нации у нас, и все его уважают и прислушиваются к нему. Так что, в первую очередь, это большое внимание к футболу Таджикистана. Поэтому это очень хорошо. Что можете сказать о тренера? Сейгер, такой эмоциональный тренер. Тренер очень хороший. Он знает, когда шутить, а когда строго говорить с игроками. Поэтому у него все... Он дает энергию своим поведением и мотивацию, и уверенность. Развалки дает очень большую мотивацию. Спасибо большое тренеру. Тренерскому штабу, они все отличные ребята, там всех поддерживают, у нас несмотря ни на что. Еще есть два его помощника, грузины. Гела и Тасо. Да. И еще у нас есть тренер по подготовке из Черногории. Он тоже очень хороший штаб. Время в раздевалке, когда мы перед играми выходим на игру, у нас такая мотивация, что мы хотим уничтожить капитана соперника, потому что он такие слова подбирает, это необъяснимо. Очень хорошие слова подбирает. Я не видел никогда тренера, кто дает такую мотивацию и кто уверен в своей команде. Мы братские народы, да? Вот спасибо вам, наш флаг поле. Да, да, мы братские народы. Мы тоже поддерживаем Узбекистан на этом турнире. Мы смотрим все матчи и болеем за Узбекистан. Спасибо болельщикам Узбекистана, то, что они тоже пришли, нас поддерживают. Спасибо им огромное. Уже которую игру они нас поддерживают. И мы тоже болеем за Узбекистан. Что можете сказать о Узбекистан-Таиланд? После завтра играем? Узбекистан-Таиланд. Узбекистан – это очевидный фаворит. Таиланд тоже будете проходить. Да. И сейчас будет нас смотреть болельщики Нефти Ферганского. Что можете сказать им? Новичок Нефти, можете сказать. Болельщикам Нефти огромное спасибо. Они очень хорошо поддерживают и Нефти, и нас здесь, на Кубке Азии. Пишут в соцсетях. Мы все читаем. И очень им благодарны. И дай бог в сезоне с Нефти будем добиваться поставленных целей. На этом сайте читаете? Конечно, мы подписаны. Спасибо. Удачи. Пару слов. Узбекистан. Я знаю, у меня русский. На русском? Ну хотя бы народу. Что тут? Да. Все. Бахдат Ханонов, хам голдорды, хам көрген болсаңыз, голды нишанлады. Акасы менімче, кімдір яқалардан бір вафат еткен екен, шынынче менімче қазын интервью берішке хам хоқламады. Майлым, үшінамыз албатты, тарих яралды. Ең мұқымы шу, біз Таджикстан терма жұмасы кейінгі ойларды қам омат тілейміз.